Я остановился на том, а чё закрыто? Я же хотел... Блин, теперь не откроешь, я же хотел на вагонетке сбегать, съездить куда-нибудь. Это что такое? Артефакт. Я его не замечал раньше. Озарение дня. Я Кабданик. Мое терпение тает, как и наши ряды. Мысль о том, что своим безрассудным поведением один человек может угрожать существованию всех, вызывает праведный гнев. Если Айзек Кларк преуспеет, нас ждет упадок и вырождение. Все, что оставит после себя человечество, прах и забвение. И только план обелиска дарит нам будущее. Только искоренив зло и ужасы, которые сеют люди, мы обретем озарение, гармонию и мир. Оставьте сомнения, рано или поздно, но Айзек смирится. Сила истины способна переломить даже самых упорных. И это он про Айзека пишет. Так, мне куда? Мне вон туда. Блин, жалко, что я не могу теперь опять сюда зайти. Капец. Ну ладно. Пойдем дальше по сюжетке. Так, что у меня в инвентаре? Малые аптечки. Можно их использовать. Можно в следующий раз сделать себе большие аптечки. Так, мне сюда. Что он мне вниз показывает? Я что, куда-то не туда приехал? Да вроде туда. Это я лоханулся. Он мне сюда показывал, а я подумал, что он мне на лифт показывает. Так, да, все верно, сюда бегу. Айзек, и последний факт для тебя, пока ты оголтел и несешься к собственной гибели. Если бы нам не мешало правительство, или эти давно усопшие ученые, или ты, человечество безболезненно бы встретило свой конец, наше предначертанное перерождение. Ты спросишь, к чему я завел этот разговор, чего добиваюсь? Так вот, когда мы встретимся в следующий раз, и я пущу тебе пулю между глаз, ты все поймешь. Еще посмотрим, кто кого. Так, да, мне сюда. Так, я все эти запчасти нашел замороженного этого существа. Куда он мне там показывает? Все просто. Кости, ноги надо соединить с... Ну, ты понял, чем бы эта хрень ни называлась. Глава 15. И что мне надо делать? Куда-то нажать? Не понял. А, мне их надо составить. Так. Хорошо. Так, и где здесь голова? Да, и где тут голова? Да блин, не то. Вот это.
Так, а это вроде как, типа, так, блин. Так, так, так. Охренеть. И как нам это все собрать в кучу? Должна быть какая-то хитрость. Но это точно задница. Так, вот это. Ага, кажется, я вижу тут какое-то образование. Да? Ну как, выходит? Трудно сказать, но контуры вроде совпадают. Так, вот это похоже вот так. Вот это похоже сюда. Вот так. Сборка завершена. Готовность к инициализации кодекса. Давай посмотрим, что у нас тут. Все, я составил. И что теперь? А вот и она. Встречаем Розетту. Где у нее лицо? Нет у нее лица. Это даже не совсем она. Это оно. Розетта — это пришелец. Чего? Что это значит? Это значит, что они использовали мозг пришельца, чтобы раскрыть секреты инопланетной машины. Умно. Ладно, посмотрим, что получится, когда мы это активируем. Скрестим пальцы. Что происходит? Айзека припадок? Нет, мы все ошибались. Это не родная планета обелисков. Пришельцы. Они нашли обелиски, прям как мы, и понеслось. Он поглотил их. Затянул их тела в небо для последней стадии. О господи, Луна! Луна является источником сигнала, а не машина. Луна и есть схождение. Эти пришельцы, они создали машину, чтобы заморозить планету, чтобы не дать Луне воссоединиться в единое целое. Если отключить машину, все растает. И схождение возобновится не только здесь, а повсюду, где есть обелиски. А это ключ, чтобы все отключить. Спасибо за ваш нелегкий труд. Нет, она наведется на обелиски Земли и достанет нас. Ты не ведаешь, что творишь. Сначала я и впрямь ошибся, но теперь все стало ясно.
Речь не только о человечестве, которому мешает славно переродиться. Речь и об этой инопланетной машине. Держись подальше от машины, Даник. Нет, теперь, когда это у меня, я способен ее отключить. Жители этой планеты предпочли смерть, а не эволюцию. Я хочу убедиться, что люди не совершат ту же ошибку. Мы все станем единым целым. Ну уже убейте их! Все на выход, у нас есть то, что нужно. Элли! Айзек, кодекс! Даник, как всегда, смылся. Сукин сын, он заблокировал дверь. В аппаратной есть система управления, я открою оттуда. Нет, это бесполезно. Есть, открыто. Иди, я прямо за тобой. Беги, Айзек. Да ёпперный театр, куда я забежал-то не туда. Сукин сын, он заблокировал дверь. В аппаратной есть система управления, я открою оттуда. Нет, это бесполезно. Да мне же вот сюда. Есть, открыто. Надо. Иди, я прямо за тобой. Надо закрыть эту дверь. Элли, давай! Элли! Плохо дело, он распространяется слишком быстро. Айзек, ну же, просто сделай это. Айзек, я люблю тебя. Ну все, и Элли там сгорела. Айзек. Газ продолжает идти, надо убираться сейчас. Она это все, чем я жил. Это была ее миссия. Она как никто другой знала, как это важно. Теперь мы должны завершить дело. Ради нее. Ты слышишь? Да. Тогда пошли. Айзек, давай. Так, куда идти? Да ёперный театр! Куда я опять попал? Я оставил ее. Айзек, эй, держимся вместе. Давай, дружище, не разваливайся. Даник спускается к машине, мы не можем дать ему отключить ее. Тогда мы позаботимся, чтобы он никогда не попал туда, ты понял? Как скажешь. Похоже, Даник открыл доступ ко всем уровням. Куда он пошел? Без понятия. Куда он пошел? Я не знаю. Сукин сын. Так, слушай, мы разделимся. Ты берешь первый уровень, я второй. Хорошо, только это. Не сходи с ума, ладно? Я без тебя не справлюсь. Все, пошли охотиться за Даником. Так, плюшки, собирай. А тут же где-то этот был. Верстак. Вот он. Сейчас я сделаю себе большие аптечки. Все, погнали. Айзек, я понял, куда идет Даник. Чтобы добраться до машины, ему надо попасть под землю. А туда можно только через шахту попасть. Понял, настраиваю локатор.
Встретимся там. С ракетницей такого... Я что-то не припомню чувака. Да что ты будешь делать? Где ты там? Воу-воу-воу-воу! Вот здесь снайперская винтовочка, конечно, бы помогла. Чувак, ты где? Я же не убил тебя. Ему нужен кодекс, держать позиции. Мы будем возрождены. Граната же тут лежит. Тут кроме меня еще там есть, чуваки. Ты в меня будешь стрелять? Я так не достаю. И так не достаю. Ты на кого нападаешь? По-моему, вот этим лучше будет стрелять. Где ты там? Ничего не поднимает, вот же баночка лежит с гелем. А, вот теперь мне наверх. Он же сказал, вниз надо опуститься. Зачем я наверх еду? Тут игра глюканула, и этого диалога здесь не должно было быть. It looks like they use magnetomic forensic neurology, which produces a data stream stored in the codex. It's like they lifted the codes of the machine right out of her brain. Well, that sounds familiar. At least they didn't poke her eye out. I'll be there soon. Куда она делась? Вот он! Воу-воу-воу-воу! Вот этот, кстати, неплохой пистолетик. Я правильно иду? Да. Аптечка, надо скушать. Патрончики сами поднимаются. Я ж там насадку вроде какую-то ставил. На пистолет автоматически поднимать патроны. Поджигатель я взял. Может быть, поставить поджигатель на пистолет?
Блин. Где мой дробовик? Точнее, огнемет. О, вот это красная граната. Они в кого стреляют, я понять не могу, в меня или в них? Перезарядочка. И я застрял. Ладно, кодекс у нас. Твой план провалился, еретик. Что ты в него не попадаешь? Вот этих быстро убивают. Зарядиться. Так. Кажется, все готовы. Собирай. У меня по патронам хватает. Остановите его, не дайте добраться до Даника, не дайте им прорваться через дверь. Не то взял. Разборки начались, а? Уйдите! Жалко, он вряд их не может сжечь. Только по одному, того, кто впереди стоит. Ты сдох? Все пособирать. Так. Что это такое? Так, мышкой. Чего? Я же успел. Да блин. Мышкой неудобно. Ну-ка. На клавишах я не смогу. Микрофон мне мешает. Так, так, так. Вот. Так. Да блин. Не успел. Разблокировал.
Капец, на мышке неудобно эти загадки решать. Так, я что-то там взял. Да, разбейся. Сразу скушаю маленькую аптечку. Глава 16. Скрытая снизу. Вот он, Даник. Черт, Даник снился. Там разве нет другого способа спуститься? Я буду спускаться на тросе. Просто запусти подъемник и встретимся внизу. Да я же не инженер. Попробуй нажать кнопку вниз. Так, надеюсь, он далеко не уедет, пока я тут все собираю. А вот станок есть. Ну-ка, поджигатель я поставлю на пистолетик. Вот место подборщика патронов, да? Нет. Усиленный огонь. Давай вот так. Посмотрим, что он там поджигает или что. Так, мне, значит, надо вот сюда, наверное, вниз. Да я прыгаю уже. Я их все тупо перескочу. Е. Так, а они что, за мной все будут? Жидкий лес, сколько здесь? А, уйди! Они же меня загрызть сейчас могут. Они же меня могут загрызть. Вот здесь нравится проводник, пробую что-то огнемет, мне тоже не нравится. То он, блин, гасит все. То он нифига не гасит. А, уйдите. Последний был. Да, мне сюда. Да как там тебя схватить-то, блин? Аптечка. Так, что у меня по аптечкам? Аптечки есть? Айзек, помедленнее. Лучше не станет, если тебя убьют. Прав был Нартон, это поездка в один конец. Но если мне суждено сдохнуть на этом снежке, уж я прихвачу с собой Даника.
Надо опять дробовик брать. Умри, подонок! Он у лифта, тревога всем группам! Держите Даника внутри! Кто в меня целится? Где? Помедленнее, ладно, будем помедленнее идти. Эй-эй-эй, аптечка. Тяжелая станина. Вот эту тяжелую станину надо на дробовик попробовать прицепить. Он спускается. Группа у лифта, вы видите его? Да, на стене. Лоу Миллер, выдвигайся с группой на мосты. Мы сопровождаем кодекс на лифте вместе с Даником. Твоя задача уберечь наши задницы от Кларка, ты понял? Эй-эй-эй. Да где мой прицел? Перезарядочка. Воу-воу-воу-воу. Вон там на посадочной. Ты покойник. Где там? Внизу, что ли? На, вон он. Ой, я в забор стреляю. Чё за защитный кожух? Так, готово. О! Новый костюм! Выключи это. Мы думали, вот он ответ, но мы заблуждались. Луна была источником сигнала. Источником безумия. Сделай нас единым. Выключи это. Это ведь не крик о помощи, а призыв к действию. И мы оказались теми глупцами, которые ему последовали. Давай посмотрим, что там за костюм новый появился. Элитный костюм. Вот этот, что ли? Наденем. О, какой.
Так, они у меня все улучшенные. Так, сейчас, наверное, пока я буду опять разбираться с оружием, я это все ускорю. Вот, тяжелая станина. Надо сейчас и защитный кожух. Давай вот так вот оставим. У меня будет снайперская винтовка и дробовик в одном. Два в одном. Посмотрим, посмотрим, что теперь у нас будет с оружием. 8-4. А, нет. 8-6. Неплохо. Так, надо серию заканчивать. А, надо... Давай большие аптечки сделаем. И серию закончу. Нет, надо... Да-да-да-да. Надо так и сделать. Так, создать большие аптечки. 11. Все, теперь я на полном фарше. Вот как раз таки сохранение. Урон и обойму мне дали. Сохранился. Все, на этом серию заканчиваю и дальше двину потом в следующей серии.